Всем привет-привет! Сегодня у нас воскресенье, мы идем с детками погулять. Сегодня день открытых дверей в пожарной части. Изабелька идет. Изабель, скажи всем привет. Всем привет. Куклу подними с пола. Изабель. Привет. Вот сейчас перейдем дорожку и поедем. Ну, скажите всем привет. Привет. Привет! Я Изабель! Все знают, что ты Изабель. Куда мы едем? Парк! Куда мы едем, Климушка? Смотреть пожарных! Смотреть пожарных! Так что... Едем. На улице прям лето, да, стало? То прохладно-прохладно было, то теперь лето. Жара. Так что можно было, наверное, в шортах идти. Хотя все в штанах. Солнце, да, Ермачок? Солнце идет, и спины, и которые... Кто нам ночью не давал спать? Изабель. Изабель? До 4 утра, да, Изабель? Изабелька такая красивая заколочка, да, Изабелька на голове? Тебе ее прислали? Да. Да? Таких две штучки, да? Изабелька говорит, я вот ее хочу сегодня одеть. Ермачок, давай, вытаскивай. Пришли, давай ручку. Люди стоят, смотрят, показывают спасательную операцию. So, Sie sehen jetzt oben am Fenster den Fahrzeugführer, der winkt schon ganz freundlich. Пока он оденется, сидит. Видал, пока он экипировку свой, там поезд, безопасность и все это. Я говорю, жетон сгорит. Теперь подготовимся. Спасательный того, что ли, скорее всего. Иван в окне, видишь? Вот его пытался. Я знаю, только что сказать. Вон же макал. Главное второй машине не сломать. Sie sehen jetzt auch hier, wie auch bei ruhigen Einsätzen kann es auch mal recht eng zugehen. So, jetzt wurde diese Halterung für diese Krankentrage umgeklappt und direkt an der Öffnung des Fensters platziert. Und somit kann der Patient schonend auf diese Halterung draufgelegt werden. So, der Patient wurde jetzt auf dieser Krankentrage fixiert, dass er nicht verrutschen kann, wurde dann mit der Krankentrage auf diese Halterung am Rettungskorb geschoben. Innerhalb, also dieser Leiterkorb hat einen Knick
den man absetzen kann. Und dieser abknickbare Leiterpfahl erweitert den вчера на спорт я Ермаку и Климушке кроссовки. Ермачку взяла вот такие вот от фирмы Фила. Такие вот кроссы. Изначально цена 39,90. Но я их купила за 24 евро 90 центов. Вот такие вот кроссовочки с такой подошвой. И Климушки я взяла от фирмы Victory, если я правильно произношу. Покажу. Вот такие вот кроссовки. Уже нога такая большая. Уже носит 36 размер. 10 лет уже 36 размер. Вот. Белая подошва. Такие вот. За 22 евро 90 центов. Что и те, они очень легкие. Были, конечно, там и за 15 евро, и за 16 евро, но они тяжелые, и я думаю, что будет тяжело бегать, да, в них. Чем обувь тяжелее, тем тяжелее бежать. Вот, так что эти очень легкие. Климушки они понравились. Я показывала им, они выбирали сами, кто какие захотел. Климушка захотел такого плана, у него такого плана не было, у него разные были, но таких еще не было. Ну, а Ермачку мы взяли вот такие, потому как на его размер, либо покупаешь Adidas, но Adidas, они в основном идут, Adidas, Nike, Puma, в основном шли обычные, да, либо с темной подошвой, а которые, подошва именно беговая, да, там не было его размеров. Вот, так что, конечно, можно было бы и по интернету заказать, но я купила, если что. Если бы им не подошли, я поехала бы и сдала. Но детям понравились, детям подошли, так что я думаю, что пусть носят. Как сносят, возьмем уже новые, другие, посмотрим уже там по интернету.